просто я когда решила поесть пирожок. Смотри, сейчас девушка бежит. Мне было очень тяжело. Ухожу с срочным включением, но, конечно, мне кажется, вы не готовы к этому. Так, выйти, я вам покажу. Приехали все в Кабельпорт. Смотрим, что у них здесь новенького. Здесь сейчас проходит выставка Бэнкси, уличный художник. Так, вот стоимость билетов. Сейчас пойдем на выставку. Перед самой выставкой еще вот такая вот дама сидит в голубях. Сейчас я когда решила поесть пирожок. Много интерактивных объектов, в которых можно поучаствовать, сделать классные фотографии, видео. Похоже на подростковую комнату, мне кажется. Я почти уверена, что это будет. А нет, это в себе Бэнкси. Все намного проще. Все мои детства были Бэнкси. Очень большое пространство. Один из интерактивных объектов. Вау! Не докупчено, пожалуйста. Ля-ля. Красота-то какая. Нет, она... я бы не хотела фоткаться. В общем, смотри, сейчас девушка бежит. Не пать, фотографирую. Не, ну понятно, не пиарит всю эту историю. Но очень странно, очень агрессивный пиар. Очень интересно, но если не слушать и не знать, то смысла на нее идти нет никакого. У каждой инсталляции есть QR-код, практически у каждой. У QR-кода все впереди, вы поймете всю историю моего проекта. Боже, чисто мумут. Мы нашли свои штуки. Выставка довольно большая, в основном у него номер 50. Сразу. Короче, это будет интересно только тем, кто уличные такие школьники, да, уличные всякие. Ну, подростки, очень интересно. Rage on that beat, going crazy. Ухожу с срочным включением, но, конечно, мне кажется, вы не готовы к этому. Так, выйти, я вам покажу. В Питере солнце и голубое небо, представляете? Это что за подарок вселенной? Я в шоке. 13 марта. Весна решила прийти к нам. Вы просто посмотрите, что за голубая дорожка счастья. Все уже питерские соскучились по голубому небу. Красотища. Летим в такую чудесную погодку. Куда? На тренировку. Ой, красотища какая. Все, погнали. Как смысл? Ладно, погнали.
Тренировалась. Было очень тяжело, у меня закружилась голова, меня тошнило. Короче, кошмар. Вот так выглядит раздевалка. Мне было очень тяжело. Как я и думала, будет тяжело обратно влиться, обратно взять свои тяжелые веса. Думаю, пока поработаю с маленькими, и там уже посмотрим, как пойдет, насколько быстрее восстановлюсь, войду в свой режим. Но пока все очень-очень тяжело. Грустная история. В прошлый раз, вот то, что на танцы я ходила, я ставила в раздевалке свои новенькие стрип. Один раз у них, получается, танцевала всего. И я не знаю, приеду они будут там, не будут. Узнаю у девочек на ресепшене, но что-то мне подсказывает, что новенькие стрипы пригляделись не только мне, но кто-нибудь захотел их скоммунизить. Будет очень грустно. Потому что я один раз только в них смогла сходить. И они стоят приличных денег, давайте будем честными. Что, идем на танцы? Оставили мы стрипы или нет, или кто-то их присвоил себе. Все хорошо, танцоры оказались нормальными, хорошими людьми, и я нашла свои стрипы. Поздравьте меня. У нас сегодня день X, съемка танца. Вход номер 4. Вернусь к вам, когда уже буду в образе. Это, ты просто не будешь губы красить? Я нет. Я тебе передала немножко. Hold me, I just wanna say that you should hold me. Tell nobody.